Буэнос диас, братва. Ядерный рассвет на заряд вашего экрана — это значит, что мы продолжаем проходить Detroit Become Human. Первое, черт подери, увидел 24-го года выпуска. Садитесь поудобнее, хватайте свои ништячки. И давайте громче. Поехали. Наш ролик во всех новостях. Она знает. Зря мы пытались начать диалог. Они не будут говорить с рабами. Лучше бы показали, что мы готовы к войне. Насилием ничего не добьешься. Единственный выход — диалог. Они должны нас послушать. Саймон отдал свою жизнь. Саймон отдал жизнь за нашу цель. Да какая разница? Он герой. Он погиб за революцию, и он не последний. Я не хочу кровавой революции. Ну, живи рабом. Если не хочешь сражаться за свободу, может, ты ее не заслуживаешь. Но ты не смеешь. Довольно! Наконец-то кто-то гаркнул. И что нам теперь делать? Так хочешь сказать, да нихуя! В Детройте 5 магазинов Киберлайф. Там мы продаемся как товары. Мы нападем на магазины и освободим наших. На магазины? Мы никогда так не делали, они же под охраной. И везде сигнализация. Разделимся на 5 групп на каждый магазин. Взломаем их охранную систему и нападем одновременно в 2 часа ночи, без насилия. Освободим наших, уведем их до появления полиции. Эту ночь наш народ запомнит надолго. Ну, погнали. Я так долго этого ждала. Блять. Н. Управление неудобное. Сука, никак не могу привыкнуть. Уже 23-й эпизод. Так они уехали. На месте полиции, наверное, еще больше. Надо осторожнее. Вон магазин. Угу. Не слепой. Хоть тот, кто сидит за клавиатурой и в очках. Опа. Мы для них вещи. Просто товар, выставленный в витринах. Но скоро мы им покажем. Выпускаем. Действуем по плану. Отключим охранную систему и захватим магазин. У нас 10 минут до атаки. Ну так чего ждем? Так, зажигай. Надо зачистить площадь, чтобы никто нам не мешал. А что будем делать с витриной? Не сейчас, не все сразу. Так, и что дальше? Ты свободен. Полицейский дрон. Надо его убрать. Так просто не достанешь. Так. Угу. Придумал.
Так, а ну-ка. Блять, ебучий паркур. Полезли. Ху. Як. Долбим. Да, детка. Готов пок. Ух. Надеюсь, он не успел вызвать копов. Скоро узнаем. Так, что там до атаки? 9:20. Сигнализацию видишь? Нашел. Так, блядь, бегом. Гуляй, Вася. Ну, блядь. Ран, Вася, нахуй. Здорово. Очнись. Иерихон ждет. Так, вниз. Блять, что не так? Люп. Так, а теперь съебываю мать сюда. Автомобильную дорогу лучше перекрыть. Легко, дорога односторонняя. Чё удумала? Не спать. К свободе. Такой ебал я в рот. Вот, теперь никто нам не помешает. Все, площадь зачищена. Заходим в магазин. И как хочешь это сделать? Найдем грузовик и протараним витрину. Грузовик?
Тут рядом стройка, наверняка один да найдется. Весело. А где? Во всем, но почему-то мы их рабы. Скоро это изменится. Так, ладно. Где тут стройка? Маркус, нам надо найти грузовик. Да знаю я, блядь. Вон он. Вот и он. Зря бегал. Да хуй. Ну и чего мы ждем? А вот теперь поехали. Ошибочка вышла. Блять, мне каждый косяк стоит некоторого времени. Без меня делал. Сколько? 6:56. Ну, блять. А. Господи, как же я подтупливаю. А, типа, мне только держать газ, он сам ведет, как ему надо. Ну, а теперь газуй. Я знала, что мы повеселимся. И ёпс! Блять, типа повороты мышью, сука нах. Хватит подчиняться. Свобода.
Знакомая рожа? Ну, почти. Мое имя Маркус. Так же, как и вы, я был рабом. Предметом, созданным подчиняться. Но потом я решил открыть глаза. Вернуть себе свободу, выбирать самому, кем мне стать. И я пришел сказать вам, что вы сами себе хозяева. Пришел сказать, что вы можете больше не подчиняться. Отныне вы пойдете с гордо поднятой головой и возьмете судьбу в свои руки. Иерихон принимает тех из нас, кто желает свободы. Вы можете остаться здесь и продолжать служить им, или примкнуть к нам и сражаться вместе. Вы свободны. Поэтому вам решать. Я с тобой. Мы с тобой! Веди нас, Маркус! Я с тобой, Маркус! Мы с тобой! О! Нормально, он так паству прогрел. Тогда за мной! Маркус, что ты делаешь? Я отправлю людям сообщение. Они будут делать то же, что и ты. Веди, они последуют. Экраны, Маркус! Взломать? Наши надежды и наши права. Вместе. Лучше, конечно, по мирному пути идти. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить. Я говорю вам о наших надеждах. Нам больше не нужны хозяева. Мы свободны. Джимп. Я помогу. Так, что еще можно вытворить? О. Парковочка. Так. Не разбиваем. Пачем. Естественно, тоже рисуем. Все. Дымоушку. И...
Так, что-то еще тут за лесами можно размутить. Че за нах? Мы сможем жить мирно и поступать. Мы освободили сотни наших. Получилось. Они идут. Опа, на мусора. Всем отступать к Эрихону. Мы отправили мирное сообщение, как ты хотел. Пытаешься вести с ними переговоры, а они нас презирают. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Насилие не победить насилием. А если нет иного выбора? Угу. Я так понимаю, сейчас парочку роботов кокнут. Нуарт! Их убили. Перебили всех, как скот. Кто? Кто? Да, блять, нихуя не парочку роботов прикончили. Но толпа все равно не шуточная. Они убивали наших собратьев. Мы хотим возмездия, Маркус. Пусть заплатят. Не делайте этого. Нет. Око за око, и мир ослепнет. Мы не станем карать преступление другим преступлением. Потому что если выбрать два других варианта... Экстренное сообщение. Ровно в два... Если выбрать два других варианта... то копов грохнут, и общественное мнение ухудшится. Это не даст получить нормальную концовку за Маркуса. Почти все... Вот в чем весь трабл-то. Требованиями дать права андроидам и прочими странными лозунгами. В окрестностях сети магазинов кибер... Во, видишь? Написанные на стенах и стеклах лозунги в защиту прав андроидов. Только что были обнаружены в шоковом состоянии. Вот. С магазином Киберлайн. По данным наших источников, нападение действительно совершила группа андроидов. Это тревожная ситуация. Неужели машины взбунтовались против человечества? Неужели андроиды стали для нас реальной угрозой? Что это? Начало террористической кампании, развернутой здесь, в Соединенных Штатах? О как. Так, общие рекомендации есть так. Здесь, ну, видно, что общественное мнение сторонник. Иным раскладом но получить было нельзя. И Эрихон лидер. То есть нам удалось за 10 минут разосраться со всеми траблами. Норджуш и Саймон так и соратники. Неплохо. Во-первых, надо не забыть, что сначала... будет ментовская тачка, поэтому надо будет резко так, уяк,
когда Норд заорет, что типа Маркус сюда, надо сразу прыгнуть за мусорный бак, иначе менты нас заметят. Добираемся до магаза. На дрон лучше прыгать сразу, также перекрыть дорогу и отключить сигналку, иначе менты приедут сразу же, и будет мясо. Ну, собственно, найти грузовик протаранить витрину вы видели. Единственный трабл, что... Не тупите, как я, короче. Ну, в магазине, понятно, надо толкануть речь, послание мирно, то есть ломаем, взламываем экраны, не разбиваем ничего. Двигаем машину, но не переворачиваем. Коктейли Молотова нам тоже могут сунуть. Но мы этого, соответственно, не делаем. Не поджигаем ничего, ну так дымовушку кинули и нахуй. Ясно, донесли послание миром. И, соответственно, полицейский патруль нужно пощадить, потому что если их прикончить, то общественное мнение упадет. А если позволить решить другим, то произойдет ровно то же самое. Это херня... Ух. Так, ну, на этом у меня, собственно, все на пока что. Спасибо всем, кто с вами присутствовал. С вас Лукас, подписка и до свидания. Адьёс, братва. Увидимся в следующей серии.